В Каспийске на базе ОМОН состоялось чествование сотрудников спецподразделений. Они только прибыли из района проведения спецоперации. Глава региона наградил росгвардейцев за успешное выполнение специальных задач. Отметил Сергей Меликов и работу дагестанских журналистов на Донбассе. Среди награжденных сотрудники и нашего канала. Подробности в сюжете Натальи Ханбабаевой. Они рисковали своей жизнью, спасали товарищей на поле боя и выполняли все боевые задачи. Дагестанские военнослужащие проявили настоящий героизм в спецоперации на Украине. Среди них старший сержант, танкист Марат Халиков и сержант Ибрагим Халил Гаджиев. Военнослужащие удостоены ордена за заслуги перед Республикой Дагестан. Они признаются, награда для них не главная. Важнее всего защита Родины. Приятно, что уделяют такое внимание нашим ребятам. Работникам, сотрудникам, таким же воинам, как и мы. Вот. Огромное спасибо Сергею Алимовичу. Все остальные ребята также заслуживали такие награды и рвались вперед. Мы защищали и будем защищать нашу страну, нашу республику. Отдельную благодарность глава региона выразил командирам. Сергей Меликов отметил, благодаря им российские военнослужащие вернулись домой живыми и невредимыми. Отдельная благодарность действительно командирам, которые своими решениями, своими действиями сберегли жизни подчиненных, вернули их родным и близким. Самое главное, что все вы, достойно выполнив задачу, вернулись домой. Должен вам сказать, что в Дагестане ждали вашего возвращения. Также сегодня из рук главы региона памятные именные часы получили журналисты федеральных и республиканских СМИ. Несмотря на угрозу жизни, они продолжали работать в зоне боевых действий. Среди награжденных сотрудники РГВК «Дагестан» Ума Ибрагимова и Саид Кутиев. Они признаются, в зону боевых действий ездили не за эксклюзивными кадрами, а за человеческими историями. Каждому герою, которого ты там снимаешь, это человек, который прошел масштабное событие в мире. Человек, который испытал много эмоций, много, наверное, боли. И когда ты его снимаешь, и ты сам начинаешь чувствовать его боль, наверное, его утрату. Отличившиеся росгвардейцы отмечены медалью Аметхана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодежи, а также почетной грамотой Республики Дагестан. Выступая, Сергей Меликов подчеркнул, в канун Дня Победы борьба с нацизмом продолжается. Наталья Ханбабаева, Махарбек Амариев, Юсуп Газиамаров. Время новостей.